Сегодня я буду делать оранжату, которую подают в ресторанах, в кафе. Вкусный такой апельсиновый газированный напиток. Я буду делать двойную порцию. Мне понадобится таких 5 средних апельсин и 1,5 лимона. Они очень большие, я возьму только 1,5 лимона. Итак, сначала мне это надо все промыть, а потом все залить кипятком. Включаю чайник. Вот я помыла и хочу отрезать пока лишние штучки, попочки в лимонах. И такую поврежденную шкурку апельсина хочу тоже отрезать. Вот эти вот штучки тоже отрежу. И буду заливать кипятком. Смотрите, друзья, отрезала такое, где сильно много было кожуры. Я это поотрезала. Теперь я хочу еще на кубики порезать. Мне нужно делать быстрее. Гости на пороге, поэтому мне нужно ускориться. И я решила, что порежу их кубиками сейчас. Залью в этой тазе кипятком все. Нам еще понадобится для этого сахар. Примерно стакан, а может меньше. И, естественно, газированная вода. Такая я взяла сильно газированную воду. Вот, и сейчас поэтапно вам покажу. Пока режу все на кубики. Итак, смотрите, друзья, сколько мне получилось. Беру сахар, у меня примерно здесь стакан на всю эту историю. 1,5 лимона, 4 апельсина. Один я оставлю, еще дольками порежу, и будет он плавать в лимонаде, в оранжате. Итак, это все дело я засыпаю сахаром. Это очень удобно одной рукой делать. То есть высыпаю весь сахар. Отлично. И заливаю эту всю красоту кипятком, чтобы оно покрыло все нам. Так. Хорошо, сейчас я ложечкой притрамбую и оставляю это все на полчаса. Сейчас мы вот эту пюрешечку возьмем, процедим сюда, зальем минеральной водой и вот эти кусочки тоже сюда закинем. Так, вот что получилось этим блендером. Вот пока что получилось, это все тоже кипяточком залью. Вот столько жидкости. У нас вот такая история получилась уже в кувшине. А вот эту жидкость я сейчас добавлю вот эту бутылку с газированной водой. Сейчас мы это все сделаем красиво. Все лучше делать здесь. Направляю сюда. Угу. Блин, фокус, фокус. Смотрите, какой фонтан красивый получился. Так, окей. По чуть-чуть наливаем еще. Так. Теперь. И у нас оранж получился. Итак, ребята, что у нас получилось? Вот кувшин. Здесь еще есть жмых. Сейчас кипятком еще залью. И Таня дегустирует. Да. Вкусно? Да. А да. Похоже на те, которые в ресторане, там в кафе подают этот оранжату? Я никогда не пила. У тебя на день рождения была оранжата? Но освежающая. Да, да, да. Вкусненькая. Очень. Нет, лучше, чем у меня на день рождения. Да? Ну супер, можно делать. Главное, что нужно какой-то миксер помощнее. Лимонад. Просто это называлось лимонад.